можно решить жилищную проблему? Ну, казалось бы, всем охота в свою квартиру, но всем охота и в собственный дом. И хотя миллионы жителей планеты Земля жилищную проблему решают простым путем, путем снятия квартиры, путем переезда и с места на место, и путем поиска нормальной, достойной работы, нам же более специфично иметь собственное жилье. И теперь давайте подумаем. Когда стоимость однокомнатной квартиры скоро будет, ну, половину московской, а в Москве однокомнатная квартира стоит 250 тысяч долларов, то, в принципе, за сумму гораздо меньшую можно построить и собственный дом. Как это сделать? Ну, земли у нас навалом везде. Хотите в ближайший пригород едьте, хотите замороженные участки с поселка Западный 1 и Западный 2 покупаете, тоже возможность. Хотите на левом берегу, сейчас разницы нет, экология везде примерно одинаковая. Но теперь как строить? Строить дорого? Да, были люди, которые строили дорого. Но и, обратившись назад в историю, вспомним, целина поднималась и дома строили задешево. Потому что были материалы дешевые. Сейчас есть дешевые материалы, и дешевые материалы в городе Магнитогорске. И теперь уже не надо рыскать и искать их. И вот мы приехали сюда, на улицу Интернациональную 1Б. Где это располагается? Все очень просто. Тут рядышком штамповочный завод, это левый берег, Ленинские горки. И вот здесь мы увидели и подивились тому, как работает фирма А3. Да неужели наступило время доступного строительства? Да и еще раз да. И тот, кто приобрел участок, и тот, кто приобрел домишко под снос, сейчас может не ломать голову в поисках места, где найти подешевле. И даже найдя оное, в поисках другого места, где еще есть дешево, вы потратите немало времени и средств. Мы предлагаем другой вариант. Как говорится, все в наличии здесь и сейчас, и в достаточном количестве. Мы делаем фундаментные блоки, шлакоблок, тротуарную плитку, все, что, из чего можно построить дом с нуля. Также это производим и бетон. У нас есть свои 9-кубовые миксеры, у нас есть и доставка своя. А по цене вопроса? По цене доступные цены у нас. Намного ниже, чем у других производителей. Конечно, идея использовать гранулированный шлак и мелкий щебень в качестве наполнителя к цементному раствору не нова. Но в этой фирме принципиально иной подход. Все решено было купить, как говорится, с нуля и делать качественно. Мы внимательно проследили весь производственный процесс и убедились в том, что при грамотной компоновке можно в небольших производственных площадях делать достойную конкурентоспособную продукцию. Так, фундамент завели, подвели коммуникации, но хотелось бы, чтобы все было красиво, знаете, так цивилизованно, чтобы когда надо было, и воду можно было перекрыть, ну и все остальное сделать, и связующие. И не хотелось бы лазить самому и что-то придумывать. Уже давно придумано. Что придумано? Ну, мы производим для коммуникации железобетонные кольца для подводки воды и сливных ям. То есть вот уже цивилизация, да, практически? Ну, можно сказать так. А по цене, опять же, этой цивилизации? Ориентировочно, сколько процентов? Ну, где-то 20% у нас цена ниже, чем у наших конкурентов. Теперь немного экономических расчетов. Вполне реально при готовом фундаменте за 500 тысяч рублей сделать шелкоблочную коробку аж на 250 квадратных метров. Это если учитывать цены фирмы А3. Ну а фундаментные блоки приобретаем здесь же, а из внутрипространственного более тонкого шлакоблока нарисуем конфигурацию комнаты. Подземные коммуникации облагородим также продукцией этой фирмы и зададим вопрос. А если строить глобальными объемами, типа кондоминиума или поселок, вообще реально ли в одном месте заключить договор на ровную и постоянную долговременную работу с большими объемами? И вот я приехал сюда, на улицу Интернациональную 1Б, что рядом с штамповочным заводом. И забыл то, что раньше приходилось бы сделать. А давайте вспомним. Приехали на большое производство и начинаем ходить в один цех не маленький, в другой цех не маленький, в третий цех не маленький. Выбивать, подписывать, соединять здесь как? Ну, здесь происходит намного проще. У нас все как компоновано. Все находится очень близко и рядом. Мы можем предоставить свои услуги в любой области нашего производства. Это будут очень кратчайшие сроки и быстро. Мы долго между собой соображали и прикидывали. Ну, торговля – это хорошо, но производство – это лучше. Если производить строительный материал, то какие?
ориентируясь на крупнопанельное домостроение или развитие частного сектора. Так вот, даже в многоэтажном монолитном домостроении шлакоблок занимает достойное место. И при этом он дешевле традиционного кирпича. Ну а фасадная отделка с современными материалами – это сегодня не проблема. Теперь сколько необходимо. А сколько нужно, столько его здесь и сделают. Если в технологии производства тротуарной плитки объемы производства были увеличены в разы, то с любыми разумными объемами заказов фирма А3 справится легко. А если надо, то увеличит мощность. Ну и давайте теперь поговорим о небольшом секрете вашего экономического чуда, которое реализовано рядом со штамповочным заводом на улице Интернациональной 1Б. Мы подняли свою производительность в 5 раз за счет того, что наши инженеры немного подумали и придумали оптимальную работу нашего производства. Ну и откроем секрет дешевизны производства. Некоторые выбирают дешевые материалы. У вас я не увидел дешевых материалов, у вас я видел современное оборудование. Неужели так можно настроить технологию, чтобы конкуренты просто отдыхают? Мы производим в 3-4 раза больше, чем конкуренты. К нам приезжали производители нашего станка и были очень удивлены, что мы производим такое количество. И все-таки не так давно видели мы у других людей, скажем так, на других предприятиях оборудование очень старое. Здесь все новое купленное. Работать будете год, два, три или? Мы надеемся, что будем работать очень долгие годы. Не скроем. Нам было чему удивиться, есть что вам показать. В дальнейшем мы произведем и тесты, и сравнительные испытания с продукцией конкурентов. Ибо таких, конечно же, немало. Но сегодня беремся утверждать, более взвешенного и грамотного подхода в изготовлении железобетонных изделий, тротуарной плитки и шлакоблока, небольших по сравнению с громадными площадями заводов бетонных изделий, видеть еще не приходилось. Ну а то, где сейчас уже успешно строят, используя весь ассортимент продукции фирмы А3, мы увидели в поселке Нежный, который, являясь лидером по темпам возведения индивидуального жилья, свои лидирующие позиции сдавать не намерен. И в этом смысле, с этим подходом к делу, в Магнитогорске работает производственная фирма А3. Казалось бы, что может доказать прочность и надежность своего личного шлакоблока и своего личного тротуарного камня и своего личного бетона в качестве фундамента? И, конечно же, это только свой собственный личный дом. Ну и вот руководство фирмы ООО А3 строит себе дом из собственного шлакоблока здесь, на поселке Нежный. И при этом возит все собственной техникой и разгружает все. И при этом сами они за свой шлакоблок краснеть-то, конечно же, не будут.